Выплата российских надбавок к пенсиям должна быть осуществлена до пасхальных праздников, сообщается на официальном сайте президента. В Приднестровье поступил очередной транш российской гуманитарной помощи, предназначенной для выплаты надбавок к пенсиям за первое полугодие 2019 года. С получателями одномоментно рассчитаются за 4 прошедших месяца. В мае и июне выплаты продолжат в плановом режиме. Президент поручил правительству ПМР в оперативном порядке провести организационную работу и обеспечить выплату положенных пенсионерам средств до наступления пасхальных праздников. Это целевые средства. Российская Федерация предоставляет их для оказания поддержки пенсионерам, проживающим в Приднестровье. Мы благодарны за помощь и обязаны обеспечить своевременный расчет. Впереди продолжительные пасхальные каникулы. Необходимо сделать все, чтобы граждане оперативно получили положенные им деньги, подчеркнул Вадим Красносельский.